В России могут объявить мораторий на скутеры. Депутаты Госдумы готовы рассмотреть вопрос о временном запрете на использование мопедов до вступления в силу закона об обязательном получении специальных прав на управление такой техникой. Напомню, в ноябре 2013 года в России вступит в силу новый федеральный закон, в котором всем скутеристам предписано получить водительские удостоверения новой категории М, то есть мопед. А до этого времени Комитет по транспорту Госдумы намерен рассмотреть уже на ближайшем заседании предложение экспертов о том, чтобы вообще запретить несовершеннолетним садиться на скутер и уж тем более появляться на нем на дорогах до тех пор, пока закон о новых правах не вступит в силу.